идея. Я что, здесь один? А нет, не один. Здорово! Привет, новичок! Новичок? Так, сразу к делу. Вон тот косматый без чешуи оттащил нас из суши-бара. Да, и везет на консервный завод. А там плохо? Да ты точно новичок! На заводе рыбам смерть под томатным соусом. А, и в масле. Короче, мы хотим обратно в суши-бар. А, ну, ты с нами? Почему суши-бар? Ты чё? Туда свозят лучшую рыбу. А, и у нас есть ещё шанс сбежать, пока косматый не сделал из нас кильку в томате. Это кто? Сынок, не слушай их. Водитель не хочет нас убить. Он спасает нас. Ну да, а как же? Не перебивай меня, пожалуйста. То, что водила вытащил тебя с магаза, свежая рыба. Не значит, что твое мнение все так же свежо. Не верим, сынок. Водитель не причинит тебе вреда. Ракушки, это же суши-бар. Это наш последний шанс. Нужно выбираться. Новичок, ты с нами? Я не знаю. Прыгай! Спасайся! Кто, если не ты? Нет! В общем, Сом оказался прав. Водитель был добрый и не желал рыбкам зла. Он выпустил их на свободу. В море. Это была история о Христе и о нас, людях, которые в суете и в гуще разных мнений не знаем, какой выбор правильный. И чаще всего выбираем не то. Мы созданы Богом, и у Него есть лучший план для каждого из нас. А близнецы так и продолжили считать водителя плохим, потому что он не отнес их в суши-бар.